Вот, ночной капан, продолжаем. Мы сейчас это капан мол. Вот, как видите, один из центральных мест как бы капания. Ночное движение. Тут, в общем-то, реставрация идет, все тротуары меняют. В общем-то. Ну, ночью не видно, в принципе, здесь хотят все красиво делать, все будет меняться. Вот видите, тротуары, вот перила все тут поменяли уже, как бы вдоль набережной. Вот здание перемея ночью. Вообще-то хорошо бы, если осветили, все было бы красиво. Но, к сожалению, пока вот не дошли. Мэрия обещает, что копание все будет ночью светить красиво. В общем-то, опять хочу немножко мэра похвалить, потому что вот там вот улица Шаумяна, все тротуарные плитки меняются, и вот здесь все меняется, и потом, ну, естественно, потом и после этого все дороги будут делать. В общем, хвала нашему мэру городу, потому что за последние 15 лет, еще раз говорю, в общем-то, он мне не родственник, я его не знаю, чтобы там просто так взять и хвалить. Просто радуется душа, когда что-то делается для самого, нашего города, самого красивого города в Армении. Не забудьте лайкнуть, подписаться, следить за каналом, еще много интересных видео увидите.